Суд продлил срок содержания под стражей председателю Совета директоров компании «Краском» Валерию Грачеву еще на 2 месяца. Напомню, главу «Краскома» задержали в аэропорту Красноярска 21 мая по уголовному делу о мошенничестве. По данным следствия, членам Совета директоров «Краскома» было незаконно выплачено около 20 миллионов рублей в качестве вознаграждения. Адвокаты Грачева подавали апелляцию по изменению меры пресечения, однако в июне суд ее отклонил. И вот сейчас Валерия Грачева оставили под стражей еще на 2 месяца до 20 сентября. Подобные действия были необходимы в связи с продлением следственных мероприятий в отношении указанного лица. В случае, если следственные действия к этому сроку не будут завершены, будут продолжены, то следственное отдел управления также выйдет с ходатайством в Центральный районный суд о дополнительном продлении содержания Грачева под стражей.